Здравствуйте! Сегодня я покажу вам, как сделать шлифовальную машину из кухонного комбайна. Кухонный комбайн – это кухонный прибор для измельчения овощей и фруктов, подобный этому. Благодаря своей конструкции, этот кухонный прибор очень хорошо подходит для того, чтобы сделать из него шлифовальную машину. У меня есть вот такой старый комбайн. Несмотря на свой почтенный возраст, этот прибор все еще в рабочем состоянии. Первое, что необходимо сделать, это убрать ковш вместе с крышкой и отключить страховочный выключатель, который выключается выступом на крышке. Так как теперь крышки нет, мне необходимо сделать полосу из пластмассы, которая будет вставляться в щель, где находится выключатель. Итак, я вставил полоску в щель выключателя, и теперь двигатель кухонного комбайна запускается без штатного ковша. Теперь надо доработать приспособление, которое в виде круга. Мне необходимо сделать круговую площадку из фанеры и закрепить ее на этом круге. Так как на круге есть отверстие, то закрепить фанеру не составляет труда. Я сделал это с помощью 4 шайб, винтов и гаек. Когда я закончил эту работу, мне осталось выклеить и приклеить наждачную бумагу. Как обычно, я делаю это с помощью клея «Момент». Чтобы мой новый станок не шатался и не вибрировал при работе, я решил прикрепить его к столу.
Очень хорошо подошли стальные уголки для этой цели. Теперь станок стоит очень прочно, и я могу сделать края фанеры просто идеальными с помощью рашпиля. Настало время испытать станок. Да, станок работает просто идеально. Нет никакой вибрации, и отшлифованная стамеска выглядит отлично. Пробная обработка края фанеры тоже не вызывает никаких замечаний. Все работает просто отлично. Чтобы закончить видео, я решил привести кухонный комбайн в первоначальный вид. Как видите, это возможно. Кухонный комбайн не получил никаких повреждений. На этом я заканчиваю рассказ об изготовлении шлифовальной машины из кухонного комбайна. Если вы считаете это видео полезным для вашего кругозора, то оцените это видео и подписывайтесь на мой канал. До следующего видео!